В России нужно совершенствовать систему поддержки приемных родителей. Об этой задаче сегодня напомнил Владимир Путин на встрече с вице-премьером Ольгой Голодец. Она курирует в правительстве социальные вопросы. По ее словам, ситуация с усыновлением меняется к лучшему. За 5 лет россияне забрали из детдомов больше половины сирот, которые числились в базе данных. Учитывая эту тенденцию, подчеркнул Владимир Путин, государство должно еще больше заботиться о приемных семьях. Я смотрю по документам, увеличилось значительное количество детей, которых люди забирают в семьи из детских домов. Да? Насколько это соответствует действительности, что там происходит? Нам очень приятно, что гражданское общество стало помогать усыновлять. Мы видим изменение числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Уменьшение числа детей. Именно в детских домах. Да. Мы также предприняли очень серьезные меры по изменению работ самих детских домов. Если раньше у нас соответствовало стандартам всего несколько детских домов, новым стандартам, где принцип воспитания – это семейное воспитание ребенка, где дети воспитываются не в группах, а в таком прообразе семьи, где им прививают те навыки, которые нужны для семьи. Таких детских домов тоже у нас становится все больше. Здорово, хороший вот. Процесс. Надо все-таки больше обращать внимание тогда на те семьи, которые берут к себе детей. Да, хорошо. Выстраивать их поддержку, заботу о них. Угу. С регионами надо поработать.